Ну что ж, добрый вечер, уважаемые друзья, уважаемые гости. Сегодня вторник, 21:00 по Москве. Это значит, как всегда, в компании Армель у нас приходит время для презентации бизнес-возможностей вместе с нашей компанией. Ну, по традиции, давайте проверим нашу связь. Ставим десяточки, если слышно все отлично, если у кого-то шипит, заикается. Тоже пишите, вижу десяточки, и это очень хорошо. Соответственно, мы сейчас открываем нашу презентацию, и пока я это делаю, давайте сделаем небольшую такую, скажем, перекличку, чтобы я понимал, кто сегодня у нас из каких городов присутствует на данном мероприятии. Челябинск, Рязань, Самарская область, Питер, Симферополь, снова Челябинск, Кузбасс, Москва, Армения. Вижу, друзья, география ширится, минеральные воды, все, понял. Хорошо, как у нас большое количество людей уже заходит на наше мероприятие. А это значит, сегодня будет у нас очень теплая, дружеская такая обстановка. Вот. И, конечно, по традиции, такие мероприятия мы проводим для тех людей, которые только присматриваются к нашей бизнес-возможности. Если такие друзья, кто присутствует на данном мероприятии, да, и кто еще пока не имеет какой-то контракт с нашей компанией и вообще еще плохо понимает, куда он попал, если есть такие, поставьте плюсики, и мы обязательно вас поприветствуем, потому что в первую очередь информация будет для вас. Есть такие, здорово, замечательно, отлично. Отлично, ребята. Итак, что мы говорим, о чем мы сегодня поговорим? Мы говорим о возможности дополнительного дохода, создания собственного бизнеса. И напишите, пожалуйста, мне, уважаемые друзья, кто из вас хотел бы увеличить свой доход, либо, возможно, создать свой какой-то дополнительный источник дохода, кто об этом мечтает, но не знает как, присматривается или, возможно, уже взял нашу возможность в свои руки. Я, отлично. А понятно, что наверняка каждый день вы сталкиваетесь с большим количеством предложений, как в интернете, так и в реальной жизни. Возможно, вас не раз приглашали на какие-то мероприятия онлайн, офлайн и давали какую-то информацию. Вот сегодня мы поговорим именно о бизнес-возможности с компанией Армель. Расскажу, что это такая за компания, чем она занимается, какие перспективы, почему наша семья занимается, каких результатов компания уже добилась и как вы, используя простые инструменты, участвуя вместе с нами, сможете добиться тех результатов, о которых, в принципе, мечтаете. Итак, я представлюсь, меня зовут Владимир Селезнев, я из города Оренбурга. Для тех, кто впервые посещает такие мероприятия, вам мало что скажет моя квалификация, но, в общем, я являюсь лидером компании, и мы с женой являемся софировыми мастерами компании. Вот, об этом мы тоже поговорим. И сегодня речь пойдет об MLM, друзья, компании. Вот. Я не знаю, как вы относитесь к MLM-компании. Могу сказать, что я не всегда с такой большой любовью относился к вообще MLM-индустрии в целом. И моя любимая фраза, которую я придумал и которую говорю, и, возможно, она вам будет импонировать, да, я всегда говорю, если бы я знал об MLM то, что знаете вы, я бы никогда не участвовал бы в MLM-бизнесе. Другими словами, большинство людей не участвуют в этом замечательном движении MLM, только потому, что они имеют искаженную информацию об этом, да, либо от сарафанного радио, ну, в общем, не имеют представления об этом, и я тоже очень слабо разбирался в этом деле, имел какие-то свои предубеждения, но когда разобрался, я понял, что это достаточно серьезная индустрия, это серьезный бизнес, который уже
завоевал весь мир и во всех развитых странах, практически во всех странах мира, да, присутствует MLM-компания, это движение набирает обороты, и мы тоже поговорим, а почему именно сейчас большинство людей, которые работают на своих работах, даже люди, которые имеют свои какие-то традиционные бизнесы, все больше и больше обращают внимание на MLM-индустрию, и многие производители за средства продвижения товаров выбирают именно эту систему MLM. Итак, MLM – компания Armel. Что такое компания Armel? Armel – это российский бренд, и очень хорошо, почему? Потому что в настоящий момент у нас, все вы прекрасно понимаете, достаточно нестабильная ситуация не только в нашей стране, и в мире. Экономику лихорадит, многие его называют кризисом, да, мировым кризисом. И поэтому ситуация, как и на наемном, в наемном труде, да, очень нестабильная, все растет. И вот мы в этом году, да, тоже с начала этого года видим, что повышение НДС, сразу подскочили цены на продукты питания, там растет коммунальные услуги и так далее, тому подобное, но не растет, к сожалению, наша зарплата, друзья. Напишите, у кого так, у кого они не растут вообще, и мы еще раз проверим связь и поймем, что у нас все хорошо. Вот. И все больше, да, все, у меня, да, пишем, и все больше и больше людей, которые даже раньше никак не рассматривали MLM-индустрию, все больше и больше обращают внимание на эту индустрию. Почему? Потому что именно в процессе, когда происходит кризис, и люди теряют работу, идет сокращение, идет какой-то бешеный рост, инфляция, люди испытывают финансовую такой голод, да, закрывать кредиты надо, кто в кредитах, они ищут какую-то возможность, все больше и больше внимания обращают на MLM-индустрию. Тоже объясним, почему, да, и я могу сказать, что я был госслужащим, но был на хорошей должности, работал в управлении, у меня было свое подразделение, но понимал, что какие-то красивые регалии, какие-то места, которые, возможно, раньше ценились в советское время, да, вот, они не кормят мою семью, да, вот, уровень бюджетников очень маленький, да, и все больше и больше людей смотрят в какую-то традиционную сферу деятельности, да, себя отправить, или какие-то другие ищут работы, где больше заработает. Таким образом, я познакомился с традиционным бизнесом, было и взлеты, и падения, но с недавнего времени я рассмотрел для себя MLM-индустрию. Вот. Почему очень интересно мы говорим про российскую компанию? Потому что все товары, которые сейчас в настоящий момент заводятся с Европы, да, с, скажем, долларовой, евровой зоны, цена их очень сильно вырастает с курсом роста. Мы тоже видим, что уже доллар пробил планку там, $71, там, евро за 80, и все это сказывается на цену. А вот российская компания чем хороша? То, что мы независим от курса долларов, и наше производство внутри, и это очень радует, потому что несмотря на то, что как курс скачет, мы можем всегда иметь отличный продукт, да, по очень конкурентоспособной цене. Итак, что такое компания Armel? Armel – это сетевой проект, который был основан двумя замечательными людьми. Это семейная пара, это Вячеслав и Яна Демидова. Это действительно большие профессионалы своего дела. Это люди, которые этой индустрии MLM отдали уже порядка, наверное, насколько я помню, 18 лет. Вячеслав, он начинал с обычных продаж, продавал в метро какие-то карточки, да, и тоже 18 лет назад познакомился с индустрией, разобрался досконально, был очень успешен во многих MLM-проектах, которых начинал вместе с Яной, да, и даже занимал руководящие должности. Но
стечению обстоятельств взял на себя определенную ответственность и создал вот эту шикарную компанию «Армель». И наша компания стартовала 2015 года и с шикарным девизом «Живи, люби, твори». Вот. За основу взяли отличный продукт. Продукт, первый, который появился продукт в нашей компании, это парфюмерия, друзья. И могу сказать, я небольшой фанат парфюмерии, но уже, наверное, лет с 14 пользуюсь парфюмерией, да, я думаю, что вы тоже. И чем интересен этот продукт? Потому что в разных M&M-компаниях разные продукты бывают, да, в основном какие-то биологические активные добавки, там какие-то другие продукты. Но чем мне этот продукт зацепил? То, что это продукт эмоциональный. И человек, когда пробует какой-то аромат, да, он влюбляется в него и хочет уже приобрести. То есть скорость продвижения продукта очень-очень-очень высока, потому что не надо долго объяснять, нужно просто дать человеку пшикнуть, послушать, нравится, не нравится. И благодаря вот этой концепции, благодаря вот этому простому продукту, наша компания просто, ну, просто взорвала рынок. И с 2015 года, это уже 3 года, как мы существуем, да, она была ярчайшим в России стартапом. Это действительно так, компания номер один по старту. Потому что очень большое количество людей захотело сотрудничать с нами. Начали приходить люди, которые уже имели опыт ведения MLM-бизнеса, и обычные люди, которые только-только начали с нашей компанией знакомиться с этой уникальной возможностью. Вот. Идемте дальше. Я очень безумно уважаю эту семью, потому что это семейный бизнес, и они пример для подражания, потому что их ценности, которые перекладывают они на компанию, да, они очень нам близки, и наша семья тоже разделяет их точку зрения, поэтому мы с удовольствием принимаем эту компанию, эту компанию, да, эту идеологию, этот девиз «Живи, люби, твори». Вот. Итак, давайте еще раз более подробно поговорим, почему именно «Армель», да, на рынке. То, что российская компания, я уже сказал, и наша компания, она официально зарегистрирована, а это значит, что в ней заложена легальность, легализация, да, и вы не будете разочарованы, когда, если вдруг выявится рано или поздно, что, например, есть такие компании, которые официально не зарегистрированы на нашем рынке, не платят налоги, и рано или поздно эту компанию прикрывают за неуплату налогов. Здесь такого не происходит, здесь компания работает в белую, чистую, и при нашем хорошем развитии наша компания платит очень хорошие деньги в нашу казну. Эти деньги идут на зарплаты бюджетникам, пенсионный фонд и так далее. То есть наша компания все больше и больше вливает в нашу экономику нашей страны денег и не вывозит куда-то за границу, то есть платит все налоги здесь, и это очень хорошо, потому что такие хорошие компании любое государство приветствует и оказывает всяческую поддержку. Что еще в нашей компании очень интересно, это, конечно же, профессиональный менеджмент. Есть группа людей, которые профессионалы своего дела, и Вячеслав Демидов, он является тоже профессионалом, я уже выше говорил, потому что эти люди, которые умеют запускать проекты, умеют их продвигать и масштабировать. Также в нашей компании есть отличная логистика и сервис, и это очень меня поразило, потому что за 3 года такой большой объем товаров проходит, и такая четко слаженная логистика и сервисы, у нас порядка 10 уже логистических центров в крупных городах нашей страны. И еще очень много мини-складов, которые компания дает возможность вести активно дистрибьюторам компании, тоже платит определенный процент. Но об этом мы чуть позже поговорим. Вот.
Компания Arme, она является как и сама производителем, так и сотрудничает с крупнейшими надежными заводами. Вот. И благодаря этой стратегии в наши, за три года у нас появилось такое количество товаров, различных товаров, да, что многие компании к этому идут там 10-15 лет. И все эти товары вы можете приобретать с очень хорошей, вкусной ценой. А помимо того, что у нас есть шикарная логистика, да, шикарный ассортимент товаров, по которым мы тоже поговорим. И, конечно, для тех людей, которые начинают сотрудничать с компанией, компания разработала уникальный, простой, но очень щедрый маркетинг-план, благодаря которому очень многие люди и наша семья за очень короткий промежуток выходят на очень приличные доходы. Иногда они измеряются не десятками, а сотнями тысяч рублей. О деньгах мы тоже чуть поговорим. Я думаю, что это важная составляющая, тем более у нас большинство людей, которые рассматривают возможности, мы рассмотрим разные варианты сотрудничества с компанией и какие доходы вы можете там получить. Вот. Идемте дальше. Итак, значит, что мы еще раз обозначим, да, про нашу компанию? Мы достаточно дерзко стартанули, и понятно, что за три года мы сделали достаточно большой объем работы, благодаря которому у нас расширилась и линейка, и логистика, и большое количество партнеров появилось. И если мы говорим о количестве партнеров, то более 100 тысяч партнеров уже зарегистрировались в нашей организации как бизнес-партнеры. Вот давайте посмотрим цифры, которые, я думаю, вам тоже будут интересны. Только за 2017 год компания выплатила порядка 500 миллионов рублей. Это деньги, которые заработали партнеры. И эти деньги, которые перераспределились согласно нашему маркетинг-плану, нашим партнерам, которые активно принимают участие в развитии бренда Армель, продвижение продукции как на российском рынке, так и уже в пяти странах, куда мы зашли. В компании есть уже более 100 новых автомобилей, которые оплачивает компания. Это компания, в компании есть автобонус, мы об этом тоже чуть позже поговорим. Вот, я сейчас вам вначале даю такую общую характеристику, а далее более детально мы разберем очень интересные моменты, благодаря которым все больше и больше количество людей обращает внимание именно на компанию Армель и присоединяется для того, чтобы сотрудничать вместе с нами. Вот. Помимо Kia Rio есть и уже 8 автомобилей Mercedes, и буквально недавно у нас появился 8-й автомобиль Mercedes, это в конце декабря, и это прекрасный подарок, который сделали лидеры Артем Тимофеев, есть такой у нас партнер в компании, который сделал такой себе хороший подарок за хорошую проделанную работу. Вот. Друзья, мы в этом бизнесе совершенно недолго, да, мы 2 года и 3 месяца, но то качество жизни, которое дает уже компания нам позволяет сказать с уверенностью, что это действительно очень уникальное предложение на рынке и уникальная возможность для сотрудничества с очень быстро развивающей на российском рынке компанией Arme. Вот. Смотрите, что мы, о чем мы будем еще сегодня говорить? Мы будем говорить о схеме продвижения, да, как это работает. Мы уже говорили о том, что есть разные схемы продвижения товаров, и компания продвигает товар путем MLM-маркетинга, то есть от человека к человеку. Почему эта система очень сейчас набирает обороты? Потому что в нашем мире, в мире изобилия, нет проблем с товаром. Да? Мы видим, что полки ломятся от продукции, и производители тратят огромные суммы денег на рекламу для того, чтобы обратить внимание на свой товар, потому что если товар не продвигается, если они не продвигаются, соответственно, они их не зарабатывают. Да? И скажите, пожалуйста, вот, ну, допустим, плюсики поставьте, кто вот на 100% верит рекламе, которая просто изобилием валится на нас, там, с радио, с телевизора, там, и так далее. И минус, кто не доверяет. Или, например, плюс-минус, кто, ну, что-то верит, что-то не верит в рекламу. Просто интересно посмотреть.
Так, плюсики, минус-минус. Есть люди, которые доверяют рекламе, но большинство, я вижу, не доверяет рекламе. И я могу сказать, что отношусь то же самое к этой рекламе, потому что мы понимаем, что за качеством рекламы, за ее достоверностью нет еще таких инструментов, да, правовых норм, да, благодаря которым обязывали бы производителей давать нам честную рекламу. Обычно нам показывают красивую картинку, а когда мы покупаем продукт, мы часто разочаровываемся. Поэтому рекламе все меньше и меньше верит. А соответственно, все больше и больше эти производители вкладывают деньги в рекламу для того, чтобы она просто, как говорится, мозг зомбировала, для того, чтобы мы хоть посмотрели в сторону этого товара и купили. Вот. Но самая лучшая реклама, друзья, это сарафанное радио, потому что вот буквально отгремели, да, уже вот эти рождественские такие каникулы, да, новогодние каникулы, у которых у некоторых еще продолжается до 10 числа, да, вот, все мы, возможно, сходили в кино, друзьям, знакомым, о чем-то говорили, и волей-неволей вы что-то рекламировали, возможно, сходили на каток, рассказали, как вы замечательно на каток сходили, да, и так далее. И те люди, которые вас слышали, да, они захотели тоже, возможно, в кино сходить. Это называется сарафанное радио. Это самая лучшая реклама. Но, друзья, вам за эту рекламу тот же самый, скажем, кинотеатр не заплатил, да? Вот вы, по сути дела, делаете то же самое, только бесплатно, а благодаря MLM-бизнесу, если будете попробуйте наш продукт и будете его честно рекламировать, да, потому что действительно вам понравился, вам за это компания еще будет выплачивать очень плохие, неплохие проценты. Вот, об этом мы чуть позже поговорим. Итак, смотрите, о чем, какая же продукция есть в компании, да? Мы уже говорили о том, что компания стартовала с шикарной продукцией, это парфюмерия, и если раньше это было там порядка 20, по-моему, если не ошибаюсь, разных ароматов, да, вот, то сейчас ассортимент только ароматов увеличился до 90, друзья. И на любой, как говорится, носик найдутся ароматы абсолютно для любого человека. Да? Вот не было у нас за 2 года такого человека, который прослушал ароматы, да, и наши ароматы вообще ни одни не понравились. Таких вообще нет, и это радует, потому что широкая линейка позволяет абсолютно любому человеку предложить качественный продукт. Забегая вперед, тоже говорю, хочу сказать о том, что фокус компании предоставить на рынок продукцию очень высокого качества, премиального качества по низкой цене, да, и когда люди сравнивают продукцию, которую они покупали в каких-то магазинах и в сетевом бизнесе, да, они понимают, что даже при равных, при равной при равном качестве, да, цена у нас будет ниже, и это тоже привлекает очень большое количество людей, потому что мы можем сказать, что мы на рынок приводим такое антикризисное предложение, да, когда люди, скажем, в кризис, когда нет достаточно большого количества денег у них, они ищут какие-то альтернативные продукты, может быть, под другой маркой, но без потери качества. Напишите, вы так же делаете, как и наша семья, потому что мы очень часто перебираем, например, там, что касательно там, колбасы, молока и так далее. Всегда ищем какие-то продукты, которые, возможно, нас будут больше устраивать, не снижая, скажем, качество, да, продукции. Пусть это будет марка какая-то другая, и если она нам действительно понравилась, мы распробовали, мы переключаемся на другую марку. Да, абсолютно верно. Так вот, парфюмерия. Также запущена линейка различных гелей, бальзамов, то есть это продукция второй необходимости, это очень хорошие расходники, которыми вы пользуетесь ежедневно, средства личной гигиены, такие как зубная паста, там, шампуни, гели, бальзамы, а также очень хорошая серия косметики Беремикс. Я небольшой знаток во всяких косметических средствах, да, так уж ну, получается, да, может быть, к сожалению, что кроме какого-то крема для рук я, ну, мало что использую, но моя жена, например, да, очень просто без ума любит эту косметику, потому что она раньше пользовалась
косметикой американского производителя, очень хорошего, да, но когда провела сравнение, то она поняла, зачем переплачивать в несколько раз, в 2-3 раза, если в компании есть наше российское производство, которое не хуже по качеству, а в цене в 2-3 раза дешевле. Также компания запустила линейку различных витаминизированных напитков, и это очень актуальная тема, потому что сейчас, ну, я не знаю, в ваших регионах, ну, по крайней мере, в наших регионах, да, то оттепель, то какие-то заморозки, где-то на улице распаренные дети выбежали там, или мы там легко подцепить какую-то простуду, и для того, чтобы наш организм был в тонусе и мы чувствовали себя хорошо, есть такие витаминизированные напитки, которые тоже предлагает компания. Вот. Также очень большое внимание компания уделяет экологии, и в нашей компании есть шикарные средства по уходу за домом, экопродукция, то есть это бесфосфатные продукции, благодаря которой вы ежедневно, убираясь из дома, не наносите вред окружающей среде и себе тем более. Стираете вы там, моете посуду. Даже нашим средством можно, допустим, помыть яблоко, очистить вот от парафина, да, яблоко и дать ребенку, и вы, ну, как бы не нанесете вред своему здоровью. Вот. Ну и еще очень одна из моих любимых направлений линейки, да, это кофе, потому что я больше могу сказать, что вот в нашей семье, несмотря на то, что у нас семейный бизнес, парфюмом больше продвижением занимается жена, да, парфюмом, потому что женщинам крема там всякие вот эти она любит продвигать. Моя тема – это кофе, потому что это такой продукт, который, я могу сказать, что он самый репотребляемый, самый по статистике репотребляемый продукт, да, то есть по товарообороту на первом месте стоит нефть, на втором стоит кофе. И, скажем, культура качественного кофе-питья, да, она у нас увеличивается. И вы можете тоже наверняка со мной согласиться, потому что в ваших регионах все больше и больше появляется каких-то кофеин, да, каких-то кофе с собой, каких-то таких вот, скажем, заведений, где можно попить нормальный, качественный кофе, потому что люди все-таки стремятся к качественному кофе, уже какие-то пакетированные там, эти, да, там растворимые, гранулированные кофе уже уходят на второй план, потому что люди хотят не только со вкусом получать как бы вкусовую как бы, ну, приятность, да, но еще и хотят пить качественный кофе, который не оказывает плохое воздействие на организм, а наше кофе, друзья, оно еще и полезное. Вот. Напишите, пожалуйста, мы как раз проверим связь, кто из вас любит кофе, вот кто как минимум, ну, хотя бы раз в день, один день или там раз в два дня выпивает кошечку, чашечку кофе. Я смотрю. Есть. Вообще есть гурманы, да. Могу сказать, что у меня жена очень любит кофе. Я к нему относился, ну, как бы с прохладом, потому что так получилось у меня, ну, я гипертоник, да, то есть мне вот от папы досталось повышенное давление. Я не употреблял этим делом, но сейчас спокойно, без каких-либо проблем пью кофе, потому что наш кофе действительно полезный, потому что в нем содержится эстрад глибрейший, а мы о том тоже поговорим. Это суперпродукт, могу сказать, который сейчас уже догоняет уже объемы продаж парфюмерии, и я уверен, что уже в этом 2019 году кофе будет у нас лидировать по товарообороту в компании. Вот. Что касается парфюмерии, в чем у нее уникальность, да? Смотрите, компания взяла очень интересную концепцию, благодаря которой наш продукт интересен очень большому количеству людей, которые любят парфюм. За основу они взяли уже известные бренды и заключили договор во Франции, в Ржевиль, договора, где на этих заводах нам делают эссенцию, да, скажем, с элементами, похожими на те известные бренды, которые продаются в
ну, парфюмерных бутиках. То есть зачем что-то придумывать новое, когда можно взять что-то, усовершенствовать немножко, да, и сделать новую формулу. Полностью повторять мы это не можем, это понятное дело, но никто нам не запрещает, допустим, добавить тех или иных ингредиентов, благодаря которым наш аромат будет очень схож. Это не значит, что он будет один в один, да, он будет очень схож. И большинство носиков людей, они не различают большой разницы между нашими ароматами и теми ароматами, на базе которых сделаны наши ароматы. Вот. Иногда даже бывает, что наши клиенты говорят, что а ваше звучание, оно намного интереснее, потому что какие-то нотки, ну, каких-то ингредиентов, они делают продукт более интересным относительно того, которым я раньше пользовался. И при равном качестве мы можем на рынок, друзья, предоставить продукцию в 2-3 раза дешевле. Вот просто подумайте об этом, да? Вот. Единственный момент какой, сомнение, да, очень часто начинают спрашивать, а не подделка ли это и так далее. Вот. И благодаря тому, что мы продвигаем этот продукт путем сарафанного радио, и наш принцип такой, сначала попробуй, а потом купи. Человек сначала нанесет, походит, понюхает и принимает решение, что действительно этот букет на нем раскрывается так, как он хочет, он его слышит, ему он этот нравится, аромат, и он становится фанатом нашего продукта. И если он понимает финансовую выгоду, что он приобретает схожий продукт, да, в другом флаконе, с другим брендом, но знакомый аромат, которому нравился, в ценовой категории 2-3 раза дешевле, без потери качества, то это наш клиент, который остается надолго и легко, самостоятельно начинает просто рекламировать, вот как какой-то фильм вы посмотрели, да, мы уже говорили чуть выше, своим друзьям, знакомым. И просто было невероятно, когда мы увидели такую тенденцию, что показав и дав попробовать одному, человек нам самостоятельно приводил несколько клиентов, таких как муж, да, там, сестре, там, какой-нибудь подружке рассказали за беседой. Почему? Потому что или, допустим, коллегу по работе нам подправили, да, потому что я уже говорил о том, что парфюмерия – это эмоциональный продукт, и человек, когда наносит себе этот аромат, заходит, скажем, в какое-то помещение, там, к себе на работу, всегда мне спрашивают: Марья Ивановна, чем у тебя так вкусно пахнет? Вот, пожалуйста, началось сарафанное радио, и Марья Ивановна обязательно, конечно, рассказывает о том, что появился новый бренд, вот, шикарное качество, дает сама попробовать, да, и рассказывает то, что цена настолько смешная, что ну, в 2-3 раза дешевле, что уже ее коллеги и уже тоже хотят попробовать и как минимум познакомиться с этими ароматами, как и часто делают тоже покупки. Так, идемте дальше. Помимо, так, смотрите, есть два варианта, да, то есть вот я уже говорил о том, что скажем, в конце известных брендов компания делает, и у нас есть ароматы, которые мы называем Армель Классика, да, то есть это классические ароматы, и есть парфюм, который называется Амплуа. В наших духах, как вы видите, это 20% концентрации, они все одинаковые по, скажем, в тюбиках, да, только отличаются, есть мужские, чуть поменьше такие бочонки, есть женские, чуть подлиннее, но флакончики одинаковые, только отличаются номерами. Это называется номерная парфюмерия, и литраж у них одинаковый, по 50 мл. Ароматы созданы во Франции, да, но компания сейчас расширяет партнерство, и, возможно, скоро у нас появится аромат уже и ну, из других источников, из других стран, с которым мы сотрудничаем. Качество очень высокое. Чем отличается классика от Амплуа? Амплуа – это ароматы нишевые, это селективные парфюмерии для истинных гурманов. Если вы знакомы с селективной парфюмерией, вы понимаете, что их выпускают небольшими порциями, да, то есть делать какие-то особенными – это как бы полет души того парфюмера, который создает этот
скажем, тренд, да, создает какой-то, скажем, аромат, и он, ну, получает определенное такое распространение для, скажем, тех любителей парфюмерии, которые понимают толк в каких-то нотках там и звучаниях. Поэтому есть такая ниша в парфюмерии. Могу сказать, если она у нас здесь стоит 2,5, приблизительно ниша в парфюмерии в, ну, парфюмерных бутиках будет стоить там от 6, 8, даже там, до 18 тысяч рублей в сравнении. Поэтому, когда люди пробуют и не видят большой какой-то разницы по раскрываемости, по ощущениям, да, как на нем лежит аромат, зачем переплачивать, если можно брать ну, в нашей компании с очень хорошей скидкой. Но компания пошла уже дальше, она завоевывает рынок, и уже в компании появляются эксклюзивные ароматы, благодаря которым, которых вы не встретите нигде. То есть именно эти ароматы только для нас разрабатывают парфюмерные дома. Вот. И один из таких вариантов – это Voyage d'Amour. Вот. Духи тоже 20% концентрации. 50 мл – это тоже высокое качество. И в чем ее уникальность у Voyage d'Amour? То, что я уже говорил, это парфюмерия, которая и звучит только в наших форматах. Да? То есть такой аромат вы не найдете нигде, и это очень сильно выделяется, выделяет нас уже от тех, ну, уже как бы известных ароматов. И сейчас тенденция такова, что все больше и больше ароматов, именно таких, которые будут разработаны для нашей компании, будут появляться в нашей компании. Так, идемте дальше. Какие же есть продукты? Есть продукты Wellness, про которые мы уже говорили, да? Так, время уже, что-то я немножко начало так подробненько вам все рассказал. В Wellness входит это и всякие масла, и зубные, зубная шикарная паста. Кстати, шикарная паста, рекомендую попробовать, кто еще не попробовал. Это действительно уникальный продукт, который любит вся наша семья, и дети с удовольствием чистят зубы. Это и напитки, и шампуни с бальзамами. Вот. Также витаминизированные напитки, про которые я уже говорил. И буквально перед Новым годом, друзья, появилась новая спа-серия, благодаря которой просто сейчас взрывается рынок. Вот кто любит вообще баню? Вообще баню, вот эти всякие, вот, особенно девушки, да, там любят там намазаться, поскрабиться, там какие-то сольки. Вот если есть такие, напишите, пожалуйста, и мы посмотрим. Любите вот себя, любимую, да, вот побаловать вот различными всякими такими приятностями, которые обычно либо в ванной комнате вы используете, либо используете, когда вы ходите там в баню, в сауну и так далее. Плюсики есть. Вот, могу сказать, да, что этот продукт, как только он появился, такой вот коллектив женский, и заказали там себе там сауну на 6 часов, и мазались, пробовали, в общем, все остались довольны, и продажи этих средств пошли очень на ура, потому что, опять же, цена очень приятная, соответственно, с его хорошим качеством. Беремикс, про который я тоже говорил, в линейку Беремикс входит и крема для лица, и дневной, и ночной, и сыворотка, и пенка, и всякие крема для рук, которыми я регулярно пользуюсь, термальная вода. То есть это очень большой-большой спектр продукции для повседневного потребления. Вот вы зайдите в ванную, на кухню, там, в спальню, вы всегда увидите какие-то продукты, которым пользуетесь ежедневно, и компания уже за эти 3 года может предоставить весь спектр вот этих всех средств, которыми вы пользуетесь, только в одном месте. Вот. Ну и хотелось бы особое внимание, как я уже говорил, уделить внимание кофе. Почему? Потому что это продукт, который, ну, действительно, я полюбил, полюбил большое количество людей. И чем он отличается? Он отличается тем, что компания предоставляет на рынок очень уникальную технологию. Это называется дрип-пакет.
То есть ты всегда имеешь с собой пакетик, вот видите на рисунке такой пакетик, то есть всего в три действия достал пакетик, сверху оторвал такую полосочку, поставил на чашку вот этот дрип-пакет, как заварничек, и просто, как говорится, налей воды. Вот все просто, да, не надо вам какую-то кофемашину иметь. Не надо какую-то турку. Вы всегда, имея пакетик, можете везде, в самолете, там, я не знаю, в поезде, к себе на работу прийти и заварить этот продукт и наслаждаться натуральным кофе, потому что это молотый кофе высокого сорта арабика. Вот, он имеет разные у нас вкусы. Вот, и даже есть кофе без кофеина для тех людей, которые, ну, там, боятся, что, возможно, у них артериальное давление скаканет или так далее. То есть, все компания предусмотрела. В общем, этот продукт действительно очень вкусный и, самое главное, еще полезный, потому что в нем содержится экстракт гриб рейши. Это гриб императорский, долголетие, да, его пили китайские императоры. И это уникальная технология, да, благодаря которой вы пьете любимый кофе регулярно, и вместе с каждой выпитой чашкой кофе получаете набор полезных микро-макроэлементов от гриба рейши, и тем самым этот продукт становится для вас еще и полезным. Вот. Что ж, идемте теперь, когда вы понимаете, что есть на, скажем, на рынке, да, и могу сказать, ассортимент постоянно пополняется, и буквально несколько часов назад мы были на презентации директора по маркетингу, которая уже нам дала видение, что линейки будут пополняться, и буквально в этом месяце у нас может появиться декоративная косметика. Вот сейчас, я думаю, вау-вау будет в чате, особенно девушки, да, особенно те, кто уже, как говорится, в теме, ждут, не дождутся этого продукта, потому что я могу сказать, что это декоративная косметика, которая реально еще взорвет новый рынок, и если действительно компания, как обещает, нам даст такой продукт высокого качества по цене ниже, чем в обычных магазинах, то поверьте, большое количество людей еще больше придут только на потребление косметики, потому что, ну, без косметики девушки даже у нас мусор не выносят, не идут мусор выносить. Всегда наши девушки, ну, в нашей стране, в тех странах, в которых мы уже зашли, это постсоветское пространство, хотят выглядеть красиво, если косметика будет представлять такую возможность за хорошее качество по низкой цене. Я думаю, что вы все переключитесь, и для этого и в компании произойдет еще большой товарооборот, тем самым все больше и больше людей выйдут на хорошие доходы и будут зарабатывать приличные деньги. Итак, смотрите, для тех, кто еще не понимает, как работает MLM-бизнес, мы в двух словах сейчас вам дадим понимание, и, скорее всего, вы, если еще скептически относитесь к MLM-бизнесу, вы сейчас, я думаю, развеете все свои сомнения и поймете, что это действительно серьезная индустрия. Итак, большинство людей, которые слышат MLM-бизнес, что такое MLM, MLM, у них есть определенное, скажем, такое представление, что это нужно там брать какие-то сумки, бегать и кому-то что-то продавать. Вот напишите, особенно новички, кто раньше так думал, да, или кто так сейчас считает. Вот поставьте, пожалуйста, там плюсики, кто раньше так думал, что в этом только и заключается, да, что вот, там купи-продай. Раз есть какой-то товар, нужно брать по цене дистрибьюторской и продавать там по розничной. Вот, есть такое дело, да. Могу сказать, я тоже так думал, и когда я работал на госслужбе, там, на такой, условно, престижной работе, да, я думал, ну как же я там начну кому-то бегать, что-то продавать. Типа, это не комильфо, это не мой уровень, да. Вот. Но прямые продажи – это всего лишь маленький, друзья,
шажок, да, это первая возможность, благодаря которой вы можете начать зарабатывать деньги. Я понимаю, что большинство людей в этот бизнес будут приходить с разными амбициями. Для кого-то, возможно, продав один флакон духов и заработав от 600 до 1000 рублей, это будет очень неплохая, скажем, прибавка к какой-нибудь своей стипендии, там, я не знаю, к своей зарплате и так далее, да. Вот. И кого-то это будет устраивать, зарабатывать маленькие деньги. Вот. Но кто-то хочет и большие деньги, и мы сейчас тоже о них поговорим. В компании также есть рекрутинговый бонус, благодаря которому, если вы расскажете человеку об этой возможности, он захочет, скажем, присоединиться, стать партнером компании, то компания вам заплатит рекрутинговый бонус, он измеряется где-то 500 рублей. Вот. Также в компании есть процент от товарооборота сети продаж. Я могу сказать, здесь самые большие деньги. То есть самые большие деньги зарабатывают те, кто не сам, скажем, продает, а умеет строить сети потребления, где люди по большей степени, там 80-85% не хотят зарабатывать на нашем продукте вместе с нами деньги, но очень любят наш продукт и регулярно приходят в наш магазин и по мере того, как заканчиваются их любимые продукты, берут эти продукты снова и снова. Вот. Также в компании, друзья, это не у всех компаний есть, на очень небольших достижениях, не очень больших статусах компания начинает выплачивать долю от мирового товарооборота. То есть вы можете получать деньги не то, что с товарооборота, с той структуры, которую вы сами создали, но вы можете участвовать в распределении прибыли всей компании. Да? И у компании есть такая возможность. И могу сказать, что мы уже за то время, которое сотрудничали с компанией, достигли этого статуса, где мы тоже принимаем участие в распределении процента от всего товарооборота. И, друзья, очень здорово, здорово. Поэтому, кто выходит на эти доходы, понимает вот этот момент, когда мы уже работаем не только, фокусируемся на развитии только своей структуры, но мы просто спим и видим, чтобы наша компания расцветала и пахла, да, то есть вот насколько мудрый маркетинг-план, вот, и про автобонус я уже сказал, и в компании есть, конечно же, еще и такая важная составляющая, как путешествие. Путешествие любят все, вот, напишите, пожалуйста, кто любит путешествовать, мы как раз проверим обратную связь, вот. В компании есть такая возможность, и мы уже побывали на двух мероприятиях от компании, где компания вывозит на лучшие курорты мира, скажем, полностью организует нам процесс отдыха, и кто-то может сказать, ну, что там, я не видел, я могу заработать где-то денег в другом месте, да, и поехать сам туда, куда хочу. Но поверьте, одно дело, когда вы едете один, да, там со своей семьей, либо едете с каким-то коллективом, друзьями, единомышленниками, с людьми, которые вас понимают, да, с которыми вас связывает достаточно много интересных моментов, таких рабочих, да, и поверьте, компания вот за 2 года организовала отличную поездку. Мы побывали и в Грузии, и в прошлом году, в конце года, мы побывали в Израиле. Поверьте, это просто что-то невероятное. И когда посещаешь такие мероприятия, сплачиваются еще больше такие партнерские отношения среди лидеров, да, и понимаешь, куда мы попали, это получается как такая большая семья, где каждый человек готов отдавать искренне время и силы для того, чтобы наша компания процветала и все больше и больше людей добиваясь хороших результатов. Вот, так, идти дальше. Так, время уже неумолимо бежит. Мы, значит, быстренько пробежимся по основным моментам. Итак, я уже вам говорил о том, что есть розничные продажи, да, вы видите, что есть цена рекомендованная, то есть вот 1500 рублей, если классику брать, и в среднем 900 рублей стоит, это дистрибьюторская цена, и с продажи одного флакона мы получаем, допустим, 600 рублей, с амплуа 1000 рублей, и это очень хорошие, скажем,
скажем, такая цифра, да, потому что есть компании, которые, например, продают там тушь, и там зарабатывают с одной проданной туши, там, я не знаю, там, ну, рублей 20-30, да, понимаете, да, сколько нужно продать там этих там тушек, какую-то мелочь для того, чтобы хотя бы заработать 1000 рублей. Вот, здесь обороты вообще совершенно другие, и так как я уже говорил, продукт эмоциональный, очень часто бывает так, что новичок приходит в какую-то организацию, или даже в свою организацию, приносит нашу арому папочку, и благодаря которой начинает за 2-3 дня у своих коллег собирать заказ там, на 10-15 флаконов и зарабатывает за эти дни там, ну, порядка 8-9 тысяч рублей. Это тоже очень здорово. Вот. Итак, о чем хочется сказать еще, да? То есть время у нас очень-очень-очень ограничено. Вот. Поговорим еще о таких вещах, почему же компания Армель так активно, профессионально стартовала, да, то есть почему такие товарообороты у компании, почему такое большое количество людей, которые вышли на хорошие доходы. Здесь я уже говорил о том, что сочетание первое, это менеджмент компании очень постарался, да, потому что компания всегда на шаг впереди, и те продукты, которые они вводят новые на рынок, они прям попадают в цель, да, то есть клиенты, попробовав наши продукты, например, буквально недавно появилось такое средство в компании, как там, гранулы по прочистке труб. Оказалось, что у большинства такая проблема, я думаю, что большинство партнеров уже успели попробовать продукт, но этот продукт настолько полюбился, что его сняли со всех складов, и в настоящий момент... Так, что-то у меня тут пропало, друзья. Поставьте, пожалуйста, плюсики, если меня слышно. Так, все, супер. Ага, все, слышно. Итак, друзья, поэтому, когда есть сочетание всех факторов, умные... дальновидное руководство, продукт, система продвижения, да, то любой человек, придя абсолютно с нулевыми навыками, знаниями, с любой профессией, может взять, скажем, в руки эту возможность и достичь нами хороших результатов. Итак, что нужно для того, чтобы стать партнером компании? Все очень просто. Всего начинается с вашего принятого решения, и для того, чтобы стать полноценным партнером, вы можете приобрести для себя аромапапку, где будет 90 пробников. И что эта папочка дает? 2500 рублей – это небольшие деньги, надеюсь, вы сами это прекрасно понимаете. Думаю, что к праздничному столу вы на гораздо больше потратили денег, да, для того, чтобы вкусно поесть, вот, хорошо отметить уходящий год, Новый год. Но вам в руки попадает уникальный инструмент, благодаря которому вы можете зарабатывать, начиная с 2500 рублей, зарабатывать очень приличные деньги. Итак, что дает эта папочка, друзья? Эта папка дает вам не просто набор пробников, да, 90 штук, но там будет вся необходимая документация о ведении бизнеса. Да? Также вы получаете под ключ свою посадочную страничку. Будет иметь свой такой интернет-магазин, да, благодаря которому вы будете видеть всю логистику начисления, будете видеть все акции, вам будут доступны, будут также вам благодаря регистрации доступны все бонусы, которые представляет компания, автопрограммы, путешествия и так далее. Вот. Плюс в компании есть, помимо того, что вы приобретете папку, есть простая, очень простая система продвижения. То есть есть система обучения, благодаря которой вы сможете легко научиться правильно предлагать наш продукт, участвовать в узнаваемости бренда и тем самым будете создавать хорошие товарообороты. В компании есть даже для тех продвинутых людей, которые сейчас любят всякие гаджеты, есть уникальное приложение, благодаря которому вы тоже можете делать и аромоподборы, да,
автоматом, где человек проходит простую процедуру регистрации в нашем приложении, отвечает на ряд вопросов, и система выдает, какие ароматы бы ему подошли. Как правило, 98% эта система отгадывает, как говорится, правильно, подбирает ароматы, и вам только остается просто открыть вашу ром-папочку, да, и просто дать послушать ароматы. Вот. Вот. И скажите, пожалуйста, для вас, вот лично для вас, является ли большими деньгами для того, чтобы начать свой собственный, друзья, бизнес с доходностью в десятки, в сотни тысяч рублей? Просто напишите, пожалуйста, вот особенно интересное мнение тех людей, которые у нас впервые присутствуют на нашем мероприятии. Нет, нет, да? Нет. Отличненько, друзья. Вот, смотрите. Помимо того, что есть предложение, у нас в компании проходит еще обучающую школу. Вот вы на одну такую, на такое мероприятие онлайн компании попали, да, которое у нас проходит по вторникам, это для новичков. Также компания организует в четверг, это уже такие бизнес-школы, где вы можете тоже поприсутствовать, если захотите разобраться, как правильно продвигать этот продукт. Этот процесс очень несложный. Главное, ваше желание, трудолюбие, любить учиться и внедрять полученные знания в практику. Поэтому смотрите, если вы проявили интерес к тому, чем мы занимаемся, я вам рекомендую обратиться к тому человеку, который вас сюда сегодня пригласил. И он вам более подробно расскажет, как попасть на школу, как правильно зарегистрироваться, какие еще преимущества компании, в партнерстве с компанией вы можете получить. Вот. В любом случае, у нас есть отличная Академия Армель, благодаря которой вы научитесь очень многим вещам, таким как создание личностного бренда, нетворкинг, ораторское искусство, эффективные продажи, маркетинг, тренинги по развитию бизнеса, мышления и так далее. Эти все знания вам пригодятся не только в построении вашего собственного бизнеса, но и вашей, допустим, если вы предприниматель, вашей предпринимательской деятельности. Если вы любите свою работу, пусть на ней не так много платят, но, поверьте, применив эти знания в большей степени, вы сможете и преуспеть и в карьерном росте на своей любимой работе. В общем, компания Армель представляет огромную, большую возможность для каждого из нас. И если вы действительно поистине хотите разобраться и получить все эти инструменты в одном месте здесь сейчас, да, я вас приглашаю посетить одно из мероприятий, саммит мастеров, который пройдет уже в апреле. Он у нас будет в четырех городах, таких как Астана, Красноярск, Ростов-на-Дону и Казань, благодаря которому вы, во-первых, увидите людей, которые достигли уже результатов, также увидите руководство компании, также получите исчерпывающую информацию и целую систему знаний, благодаря которым каждый из вас может, применив ее на практике, сможет, применив на практике, добиться очень хороших результатов. Вот. Очень хорошо, что вы в начале года проявили интерес и пришли на это мероприятие, потому что вижу, что вы люди ищущие, и те партнеры, которые сегодня тоже пришли на наше мероприятие, пришли за знаниями. За знаниями, возможно, услышать для себя что-то, что, возможно, где-то, скажем, провалится жетон, и благодаря какой-то информации их ваш бизнес в этом году начнет еще бурно развиваться, что я вам, в принципе, желаю. Вот. Еще раз вас поздравляю со всем, с наступившим Новым годом. Желаю, чтобы те цели, планы, которые вы себе загадали под бой курантов, обязательно сбылись. И очень многие наши мечты, они, к сожалению, материальны. Да? И мы сегодня вам показали уникальную возможность, благодаря которой вы можете решить очень много каких-то своих финансовых мечт благодаря сотрудничеству с компанией «Армель». Спасибо за внимание и до новых встреч!